прадедушка Козлов Григорий Демьянович родился 22 января 1905 года. В октябре 41 года он был признан на защиту Отечества и прослужил рядовым до 43 года. После тяжелого ранения в голову в 1943 году в боях под городом Псков он попал в госпиталь. После лечения был признан инвалидом и не годен к строевой службе. Имел награды и после войны работал слесарем.